get ready to rumble! Дважды чемпион мира в прошлом по версии IBF. Кличка «Филиппинское пламя». Fighting out of the Gimnasio Cochul Montiel y Puro Mochi, Sinaloa, México. Fernando Cochulito Montiel. Okay, trunks here are good. Trunks here are good. Anything below that line is a foul. Gentlemen, we went over the rules in the dressing room, so you know that I expect a clean fight. I want to remind you to protect yourself at all times, obey my commands at all times. Acuérdese, quiero una pelea limpia, Dios los bendiga, toquen guantes. God bless, touch up. Манита Данейр, в общем, да, говорил Кук Джонс, помните, мне весело в бою. Весело, не весело, но он чувствует мощь своих атак. Видели, что сейчас нависал над знает об угрозе след. Весь первый раунд идет игра на нервах. Вот повтор. Вы, наверное, заметили. Увесистый кулак такой. У филиппинца очень хорошая реакция. Очень сложно. Это талант. Тут уже... просто провоцирует. Сбоку. Вы видели, что произошло? Неужели Мора будет продолжать бой? Ну что ж такое? Я специально помолчу, чтобы вы понаблюдали за тем, что в ринге творится. Что в зале творится, трудно описать. Да. В Мексике сегодня траур. Филиппины дали мировому боксу то, что он, казалось бы, уже утратил. Они дали двух замечательных бойцов, замечательных, Мэнни Пакьяо и Нонита Данейр. Они дали класс, высочайший класс, с которым любители бокса, казалось бы, уже распрощались. Чудовищной силы удар был. Вот с этой точки, конечно, увидеть невозможно из-за спины рефери.
Но мы видели, как это было. Победа техническим нокаутом Нонито Данея. Я понимаю, почему рефери разрешил бой продолжить, а потом тут же вмешался, чтобы не было поражения нокаутом. Техническим нокаутом официально выигрывает Нонито Данея.